Привет! Привет! Что сегодня будем делать? Не знаю. Попрыгаем? Да, пошли на воду. Теперь пошли по лесу. Ой, что это? Лучше еще самих себя. Ого! И теперь как нам выбраться из этих? Просто давай отодвинем их. Фух, после таких приключений хочется. Да. Давай, посмотрим телевизор. Глаза уже устали. Что нам делать еще? Не знаю. Может быть, пойдем в парикмахерскую, пусть нам сделают прическу. Что с нами сделали? У нас прически как у собак. Что нам делать? Не знаю. Пошли еще раз. Только отрастим тебе волосы, а не подрежем. Давай. Наконец-то мы вернули их себе в форму. Я одену свои наушники, а я тебе. Наконец-то. Теперь мы в своем образе. Пошли. О, боже мой. Уже, кажется, стемнело. Простите. Теперь помоемся. Души тепленькие приняли. А теперь Бюзефа. Бюзефа. Я выиграю, ха-ха. А, нет. Почему я самый умный? Я не выиграю. Потому что ты. Очкарик. Так, может, хватит уже делиться. Может, друзья? Да. Лучше... Не знаю, что сделаем. Кто-то хочет сыграть светофор. Давай. Переходим дорогу. Стоим. Переходим дорогу. Стоим. Переходим дорогу. Стоим. Переходим дорогу. Стоим. Фу, устали. Ладно, пора ходить. Класс.